Гомельский ликеро-горелочный завод «Радамир». У минулую субботу, 11 красавика, тут началась вытворчесть новой для предприятия продукции – дезинфицирующих сродков. Основную вытворчесть при этом не спыняли. Подрыхтовший процесс оказался непротяглым. Необходимое обсталевание разместили у помешканий, где ранее находился склад. Существующие складские помещения были оперативно перепрофилированы, и на данных площадях был налажен выпуск для средств. Какое-то оборудование было нами перепрофилировано, какие-то единицы были закуплены. Сегодня на протягу дня на заводе вырабатывается 6 тонн дезинфицирующих сродков. Покуль они разливаются в 5-литровые бутыльки, але в ближайшие дни тут почнут выкористовывать еще и 900-граммовую тару. А проча спирту у ваткость додается глицерин для минимизации отмовного уплыву на скуру. И специальный компонент, який выключает вживание сродка не по призначению. При этом на заводе вельми раится набывать такие сродки только у аптеках, бо не выключены подробки, якія могут принести здоровью значную шкоду. До речи, отпускная цена 5-литровой бутыльки 37 рублей. Еще одно предприятие, где сегодня массово вырабатываются сродки индивидуальной обороны – акционерное товариство «Коминтерн». Зараз тут полностью спынили пошив костюмов и перешли на вытворчесть марлевых масок и специальной вопротки для медработников. У комплекте комбинезон, бахилы, фартук и нарукавники. Предприятие працюют две смены, включающие субботу. Для увеличения объемов задействовали навод швейные машины из резервового фонда. Сегодня на предприятии задействовано для пошива масок и комплектов для медицинских работников свыше 700 человек. Ежедневный план у нас достаточно большой, но мы понимаем, работа нужна. Она сейчас важна не только для нас, она сегодня важна как для города, области, так и для нашей республики. Поэтому в сутки мы выполняем план, порядка 35 тысяч масок выпускается и 3 тысяч комплектов для медицинских работников. Вытворчасць марлевых масок – процесс для профессионалов не складаны, але при таких объемах достаткова карпатливы. Причем некоторые операции на кшталт упаковки потребуют шмат часу. По этой причине на Коминтерне притягнули на допомогу волонтеров, у приватности навученцев Гомельского державного медицинского колледжа. Работу, без якой маски николи не трапят по живцам, навученцы выконывают без зауваг. Мы, как будущие медицинские работники, понимаем данную сложившуюся эпидемиологическую ситуацию и рады помочь производству средств индивидуальной защиты для медицинских работников, наших будущих коллег. Олег Сенцюров, Миколай Скинтиян, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».